Как думаете, что-то изменится, если мы узнаем всю правду о том, кто мы, что мы, где мы? Напомню, что новая бомба позволит защитить нас от любых угроз. Гевин, каково выжить одному из всей команды? Да, почти все идеологии, так же, как и все религии, включают много элементов катастрофизма. Лозунги здесь самые разные. Одни протестуют против самой личности Григория Лирсона, называя его богохульником. Другие требуют немедленного закрытия его проекта, о котором пока известно очень мало. Гевин, каково вам выжить в такой катастрофе? У человечества слишком каковы. И это только часть общей картины. В любом случае, жизнь на Земле уже не будет прежней. Мы будем держать вас в курсе и внимательно следить за активностью этих трех супервулканов. Оставайтесь. Президент максимально усилил охрану, подключив армию, чтобы ничто не могло помешать воле создателя.